Дети приходят в зал, они приходят, и когда они побеждают, играет гимн России, нашей страны, и они пропитываются вот этим патриотизмом, не навязанным там где-то, возможно, в каких-то местах искусственно, а именно они в естественных условиях ваяют этот дух, и, соответственно, эта победа под гимн России, конечно, она формирует те качества, которые так необходимы нашей стране, именно любви к родине, к малой, к большой. И когда они выходят на соревнования СФО или на чемпионаты России, они представляют свою малую родину. Ну а когда мы выезжаем на чемпионаты мира или Европы, мы представляем свою страну. И, конечно, когда играет гимн там и поднимается наш флаг, и гордость, и радость, они все вместе. И поэтому вот как раз, может быть, наши спортсмены, маленькие, в дальнейшем большие, и являются вот сегодня теми профланговыми любви к нашей родине и на патриотами, в которых не искусственно, а естественно входит именно этот дух России, и они его несут. И потом очень важно этот дух формировать вот уже сейчас, этого возраста, для того, чтобы они действительно становились, наверное, в первую очередь мужчинами, сильными, уверенными в себе, которые могут постоять за себя, за женщину, за маму, за сестру, ну и вообще за страну нашу Россию.